Слушай, пап, у нас в школе проходит кастинг на новый сезон шоу «Фабрика звезд» для всех учеников. Как ты думаешь, не стоит поучаствовать в нем? Ну, конечно, конечно же, сыночек, у тебя все получится. Ты же самый крутой, самый продвинутый и самый талантливый парень на свете. Я думаю, ты сможешь всех победить. Спасибо, пап. Алло. Здорово, дружище. Да, это правда. И я там буду участвовать, прикинь? Да ладно. Ой, как я за тебя рад. Чего? Нет, нетушки, нетушки. Я не буду готовиться к фабрике звезд. Отец сказал, что я самый наилучший на свете, значит, я сам справлюсь, не переживай. Окей. Все, давай, пока. Здравствуйте, меня зовут Виктор Артемьев, мне 19 лет, и я из города Москва. Здравствуйте, Виктор. И что же вы нам продемонстрируете? Я продемонстрирую песню Киркорова «Просто подари». Ну давайте, жгите. Хорошо. Ласковое солнце мое в паутине облачных дней, только как увидел ее, стало и светлее, и теплее. Заиграло сердце капель, и в душе проснулся апрель. И любовь, что долго спала, обрела два белых крыла. Стоп, 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 подождите, все, достаточно. Вы меня извините, конечно, Виктор, но вы вообще сегодня готовились к этому конкурсу? А зачем мне готовиться? Я же и так самый лучший на свете, как говорил мой отец. Ну ладно, молодой человек. Мне очень жаль, но вы дальше не проходите на шоу «Фабрика звезд». Как? Как же это так вышло? Я же вроде самый наилучший певец на свете. Мне очень жаль, Виктор, но таков порядок. Спасибо вам большое, господин продюсер. Всего вам доброго и до свидания. Алло, пап. Да, сыночек. Пап, ты можешь мне наконец объяснить, что происходит? Почему ты мне солгал о том, что я самый наилучший и что я очень хорошо пою? Пойми, сынок, я это сделал, потому что я боялся тебя огорчить строгими советами или критическими отзывами о твоих талантах. Потому что если бы я сказал тогда о том, что ты должен многое трудиться над своими вокальными данными и работать над собой, то ты бы смог пройти дальше и победить хоть кого угодно, даже своего друга. Ты это понимаешь, сынок? Я просто боялся тебя огорчить, сынок. Но объясни мне, пап, зачем? Просто я хотел лишь только одного, чтобы ты поверил в то, что ты действительно самый наилучший артист на свете. Но так получилось, что я тебе сделал только хуже. Поэтому, как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так что теперь надо только много-много петь и учиться и работать над собой. Надо, иначе ты не станешь певцом. Прости меня. Прости меня, сынок. Я был не прав. Я тебя очень сильно люблю. Да ты попал! Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ порази. Круто!